Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу показать куклу Настю. У нее есть много 100 фраз. И еще она может сказки, она говорящая, сказки, стихи, загадки. Кукла Настя может еще и плакать, и смеяться, и говорить. Давайте-ка ее посмотрим через это зеркало. Она... Вот. Это ее такая дверка. А вот тут много таких фраз. А теперь давайте-ка ее откроем. Пока. Вот. На. Кукла Настя. Теперь мы должны ее включить сзади. Настя. Чего? Не слышу. Настя, привет. Я ждала тебя. Я по тебе соскучилась. Я хочу кушать. Накорми меня, пожалуйста. Видите, она у нас какая? Я не расслышала. Повтори, пожалуйста, еще раз. Тебя снимают. Красный. Красный цвет у светофора. Или сзади у машины. У большого помидора и у маленькой малины. Щеки красные с мороза. Алым светом пламя светит. Красная красивее розы. Это она стишок рассказывает. Цветов на свете. Это она стишок только что рассказывала. Наша Таня громко плачет. Вы знаете такой стишок? Напишите комментарии, кто знает или кто не знает. Тебе понравилось? Да. Спасибо. Смотрите-ка, у нее я тут еще против. Такие... Давай поиграем в ладушки. Ладушки. Где были у бабушки? Что ели? Кашку. Что пили? Брашку. Попили, поели. Дальше полетели. На головку сели. Скажи. Я не расслышала. Ты умница. Ты умница. Все спасибо. Уже понятно. Мне все так говорят. Красивые у тебя хвостики. Здесь так шумно. Я ничего не слышу. Давай поиграем. Давай-ка проиграем. Я не расслышала. Повтори, пожалуйста, еще раз. Давай-ка поиграем. Да, конечно. Угадай. Зернышки клюют с просонок, желтые курочки на ребенок, ножки тонкие, голос тонок, а зовут его... А зовут цыпленок! Его... Цыпленок? Да. Да. Ты просто умница! Спасибо. Здесь так шумно, я ничего не слышу. Спасибо. Я не расслышала. Пойдем-ка в зоопарк. Пойдем в зоопарк. Пойдем. Мы сможем покормить обезьяну бананами. И котов. Здесь так шумно. Я ничего не слышу. Ты знаешь загадки? Расскажи-ка мне любую. Я не расслышала. Повтори, пожалуйста, еще раз. Ты знаешь загадки? Расскажи-ка мне любую. Давай-ка танцевать. Чего-чего? Не слышу. Давай-ка танцевать. Я так рада тебя видеть. Давай танцевать. Я ждала тебя. Я по тебе соскучилась.
Викторина. Двум зайчатам час обеда прискакали три соседа. В огороде зайцы сели и по семь морковок съели. Кто считает, ребята, ловок? Сколько съедено морковок? Шесть? А вот и нет. Не угадала. Трудная загадочка. Чего-чего? Не слышу. Сделаем зарядку. Давай-ка сделаем зарядку. Ты со мной дружишь? Да. Отлично. Давай-ка делать зарядку. Я не расслышала. Повтори, пожалуйста, еще раз. Давай-ка делать зарядку. В красочном дворце на высоком крыльце звучит громко указ. Добрым молодцам наказ. Кто сумеет танцевать так, как будки нам велят, тот и будет помогать нашим царством управлять. Бусли-бусли самобузы распевают песни всюду. Раз готовы вы, друзья, танцевать нам всем пора. Тебе понравилось? Да. Правда весело? Да, очень. Я ждала тебя. Я по тебе соскучилась. Ты любишь мультфильмы? Накорми меня, пожалуйста. Ты любишь мультфильмы? Это ты, глупая. Это ты глупая. Зачем ты мне это говоришь? А чё ты на меня? Мне очень неприятно. Скажу, как сейчас твоя подруга придёт. Чего-чего? Я люблю не тебя. Не слышу. Я люблю тебя. Я не против. Давай поиграем в ладушки. Ладушки. Пекла бабушка ладушки. Маслом поливала. Дедушкам давала. Даша два, Тане два, Паше два. Хороша ладушки у нашей бабушки. Веселый счет. Я буду тебе говорить цифры, а ты попробуй нарисовать их. Хорошо? Угу. Один. До свидания. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Итак, я начинаю. Вот один или единица. Очень тонкая, как спица. Ну, давайте-ка а чуть-чуть вот третья, с ней поиграем. Цифра два. Полюбуйся, какова. Выгибает двойка шею, волочится хвост за нею. А за двойкой, посмотри, выступает цифра три. Настя. Идет четыре. Настя. Оттопыря. А потом пошла плясать. Настя. Ну что ж, пока-пока. Пойдем. Мы сможем покормить обезьяну бананами. Знаешь что? Попрощайся с друзьями. Попрощайся. Скажи до свидания. До свидания. Давай. Я ждала тебя. Я по тебе соскучилась. Пока-пока.